12 января текущего года на сайте одного из региональных интернет-изданий была размещена публикация, содержание которой следует, что в поселке Химинститут города Твери мужчина 1958 года рождения умер на морозе после того, как ему на помощь отказались выехать медицинские работники. В статье сообщается, что со слов очевидцев 12 января в 8 утра житель поселка Эмаус направлялся в сторону центральной районной больницы, но внезапно почувствовал себя плохо и упал снег. Это заметили прохожие, которые незамедлительно позвонили в дежурную часть центральной районной клинической больницы для того, чтобы вызвать машину скорой помощи. От места происшествия до самой больницы около 500 метров, но врачи на вызов ехать отказались, сославшись на то, что это не их участок. Через 35 минут после первого звонка в центральную районную больницу на место все же приехали медицинские работники, однако мужчина скончался до их приезда. По указанному сообщению в СМИ следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. Следствию предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в сообщении средств массовой информации, и по результатам доследственной проверки уже будет принято процессуальное решение.